В Магадане 11 мая стартовал ежегодный месячник чистоты. Его цель – очистить город от мусора, который скопился зимой. Мэрия областного центра опубликовала постановление, согласно которому к уборке придомовых территорий привлекут управляющие компании. Кроме того, руководителям собственности, предпринимателям, владельцам гаражей и других построек нужно провести в порядок фасады зданий, очистить прилегающую территорию. Также призываю хозяйственные субъекты – это магазины, офисы, производственные какие-то коммерческие предприятия, производственные базы, выйти также на уборку своих территорий. Потому что прилегающая территория вашим организациям – это лицо вашего предприятия или индивидуального предпринимателя. Как оно выглядит, такое будет отношение, в принципе, людей, что предприниматель не следит за данной территорией, соответственно, такая у него коммерческая деятельность. Убрать твердые бытовые отходы смогут безвозмездно. Выдано более 350 талонов для бесплатного вывоза мусора. Также поучаствовать в месячнике чистоты могут все желающие магаданцы. Специалисты выдадут инвентарь, а также расскажут, какую территорию города нужно убрать. Обратиться нужно в административно-техническую инспекцию города.